Ты мне какой документ дашь, Джигарес? Ну, сейчас мы даем только расписку, даем, и там соседи подтверждают, там расписка, что вы купили эту квартиру. Ахберджан, а купча тех паспорту не даете? Ну, сейчас нет, не даем, но через 2 года там здесь откроется основное хитмато, там можете получить купчу. А что? На основании расписки. А что такое Асану Хидмату? Асан что такое? Это там есть новая эта система откроется, азербайджанцы откроют новую систему, и будет Асану Хидмату, там на основании всех этих расписок, у нас все расписки есть, там соседи подтверждают, что вы купили, там деньги, банковские счеты и все. То есть я буду, получается, если куплю, я уже буду в Азербайджане жить? Ну да, в принципе, там будет страна Азербайджан, там написано будет Степанакер. А что такое Ханкенду? Это они, азербайджанцы, называют этот город Ханкенду, но сейчас во всех документах идет Степанакер. Джигарис, и последний вопрос, Ахберджан. Сейчас, если я приехать, хочу посмотреть дом, мне говорят, какой-то ППКП я должен пройти, чтобы приехать посмотреть дом. Да, это ППП, да, это контрольно-пропускной пункт, если... Армянский? Если есть, да, это азербайджанский контрольно-пропускной пункт, это ППП.